Снимаешь, Петр? Да. Снимай, моя хорошая, в этот шикарный весенний день. Друзья, всем привет, с вами Детский Лепован. Привет, мои хорошие. Я уже и действия забыл, какие надо делать. Сегодня, ладно, кстати, 1 апреля. С чем я тебя и поздравляю. Такое, не совсем веселье, короче. Но праздник хороший, ничего, еще будет время поржом от души, правильно? Угу. Короче, друзья, оставайтесь на канале, что я хотел сказать. Сегодня у нас такая себе легкая небольшая прогулка по району. Так что давайте от души присаживайтесь и побегайте с нами. Ага. А мы сейчас там что там, купим карасика, зайдем, возьмем мясо, сбегаем, там огурцы, помидоры возьмем. Такие открываемся, с завтрашнего дня потихонечку ресторан запускается. Что, плов будем варить? Да. А я карася будем жарить? А ты Марату позвонил? Блин, сейчас позвоню. Рецепты у него? Угу. Эх ты, узбекский. Это у него таких рецептов, что волос на усах. О, сказал как. Маратик от души. Так надо же и мясо какое-то на плов взять. Ванечка, привет. Здравствуйте. Что, куда удочку забрасывать? А? Где? Почем они? А сазанчик почем вот этот классный? 80. Толстолобик? 65. Ёшкин кот, ты что можно жить? А это? Это оно же только маленькое. Или большой карась для тебя, а? А хотя ей можно сказать, что это осетр, скажет, нифига себе. Ничего подобного, подешевел. Я знаю, что ты такое знаешь, осетр, да? Что это не хамса. Не надо из меня уж совсем там. Все, занимай очередь, сейчас будем рыбу брать. Что там, спецзаказ? Катюша, нормально? Это, да, это нам спецзаказ отборный. Хочешь потрогаю? Нет, не а надо. А потом тебя обниму. Да, не надо. А вот тут короче, нормально. Совсем маленький. Какой? Выберем, да нормально, сейчас отрепетируем. Давай, Ванечка, пакет хороший, большой, а то и два. И все, тихо. Мазда едет. Да, вот самых таких богатырей. Раз, два, три, четыре. Да. 110 можно делать. Так, 6, 7, 8, 9. Короче, 10. Сереж, накладывайте. Хорошо, что? Не хочу тут. Больше 10 считать не умеешь? Не могу. Сколько денег? 595. Что, карася взяли, идем узнаем, почем свинина в Одессе. Да давай чуть веселее, пират. Аккуратно следи, динозавр под ногами. Иду. Не работает 1 апреля. Или я еще тот шутник. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Что ты? А что, смотри, крыло 71,50. Ляжки у тебя, короче, 69,90. Стегно 79. Филе по 106. А где же свинина-то? Свиная шея. 124,90. А дайте нам красивенькую шейку такую на завтрашний шашлык. Марата спросил, какое мясо нужно? На что, на плов? Да. Сейчас разберемся. Шейку на плов. Шейку. Шейку целую, это на шашлык, а на плов сейчас говядину. О, салют, слышишь? Хэви метал. Все, я уже испугалась от того, что стучат. Да. А не хочешь эту дать? Это была в заморозке. А, это была в заморозке? Не, она свежую, давай так, чтобы было, да, поменьше обрези. Вот шикардос, да? Всю? Давай. Да. Что еще? Мне нужен килограмм филейного фарша. Салют, дорогой. Нормально потихоньку уже, как вышли потихонечку узнать цены. Микрофон? Да, это давно у меня был, ты просто не видел, я его прятал в плавках, короче. Сейчас думаю, уже там, сейчас уже как это, мешает там, все-таки весна. Чего бы вдруг тебе почки там мешало? Что? Только почки мешают. Напухают. Так выруби, да я позвоню человеку спокойно, конфиденциально. А, завтра баран приедет, может мы и поспеем. Короче, разберемся. А я не знаю, во сколько баран приедет. Все, 3 килограмма я беру мяса, давай я тебя попозже наберу, уже поговорим. Рис возьмешь, все, рис я не трогаю. Добро, давай. Ты в морковка, Марат, у нас такая морковка, и специи, все есть, да. Ты в прямом эфире, так что передай себе привет, когда будешь смотреть. Ты ему скажи, что он суббота-воскресенье с нами. Да он знает, что он суббота-воскресенье, сегодня по телевизору посмотришь. Все, Маратик, давай. А, что? Хорошо, наберу обязательно. Давай, чао, какао. Катюня? С Катюней. 3 килограмма. Сейчас, селфи. Мякоть, да. А, это тоже Катюня? Катюня тоже. А, так и у меня Катюня. Класс. Порядок? Катюня, это тоже Катюня. Катюня, понимаешь? Это тоже Катюня. Все нормальные подписчики Катюни. Все, благодарочка, давай успехов. Офигенный человек. Я тебя умоляю. Оператор так тоже говорит. Что, 3 килограмма нам должно быть. Нормально. А, это не меня. Все, вот это тоже давай. Те.
Тебе уже сейчас это мясо чуть тут на голову не одели, Сережка. 2500. Ты еще кусочек добавляй. Очередь создал. Так должно быть. В любом нормальном магазине должна быть очередь. Да. Катюня, а? Смотри, какие мандарины, елки-палки. У нас апрель месяц, скоро абрикосы пойдут. А, это наши одесские абрикосы, понимаешь? Вот тебе на 35 гривен недорого. Таких ни в Грузии уже и в Испании даже нет. Ты думаешь? Да, я уверен. Очень вкусные, уже вторую неделю здесь берем. По 35, да. А можем мы вас угостим килограммчиком? А? Не надо. Эх, вы, ну ладно. Что ж. Так тоже бывает. Короче, 41-40. А, надо лук по 10? Ну возьми, не давайте, знаю. Прямо в мандарины, а не в мясо. А сколько у вас? У меня много. Не, ну много не надо, давайте 3. 80. Всовывайте сюда. Мне просто дешево, на базаре по 2. Даю. Все, 20-15, экономили по 10. Лука походу купил. Так, три. Покупали мандарины, а потратили на лук. Вам? Вот видите, как очередь создали. Ага. А мы нормальные ребята. Мы там, хорошие. Там, где мы, там и очередь. Сейчас обязательно. Да. Эх ты, я хотел сказать, что мы переместились уже потихонечку на базар. О, даже кипиш имеется. Что? Красиво все. Какие ты говоришь, дорогие? Ну, это, наверное, дорогие. Здравствуйте. А мы сейчас узнаем цены. Здрасте. Ребята, а почем огурцы сегодня недорогие? 100 гривен, это. Ёшкин кот, а дорогие тогда почем? 130. Все, угадал. А черри? 120, упала цена, 120, 130 и все остальное, тут тоже 130. Ох, вот это мы заехали. 150 и есть на рынке 130. А черри по 120? Нет, 135. А, лук тоже он по 10, видишь? А мы с тобой сэкономили, купили по 10. Просто человек был хороший. Что, тут берем, да? За возразное. Не знаю. Мы еще вам скидку сделаем. Все, ну тогда получается уже уговорил, да. Да, мне кажется, это наверное свежее. Так ты что, весна, да? Да, пестрится. Катюня просто уже. В глазах аппетит разыгрался. 135. Нет, дешевле. Редис по 70. А, вот эти? Так, ну нам надо какие? На салат помидоры. На салат обычные огурцы надо. О, красота. А нам три штучки надо. Этот 100, этот 120, этот 130. Да нет, какие тут тебя? Мне надо писать. Писать? Да. Давай я тебя буду снимать, как ты пишешь. Так, три есть, да. О, да ты шо? Почем? Арбуз. Вообще 180, так 165. Все, слышишь, по секрету никому. Тут шикарная скидка. Сколько огурцов надо? На сколько завесил? 715. 165, это будет 118 гривен. Пару килограмм огурцов. Да, наши одесские обыкновенные. Николай. Тогда николаевские давай, сейчас надо Николаев поддерживать. Недорогих. Не вот те, что по, есть, вот те, что по 100. Почем? 100. 100? Еще и со скидкой. Ну, сколько да. Достало? Пару килограмм? Пару килограмм. Пару килограмм. Хотя, может, вот, я знаю, достаточно, да? Завтра, если что, докупим. Хорошо, да. Это мы пробуем потихонечку ресторан открывать и так вот берем аккуратно. Сколько там получилось? Всего 220. Нормально, Сереж? Нормально. Это будет на 122. Так, и черри где-то полкило каких-то вот таких. Вам для чего? Ну, для чего? А нам точно черри надо или помидоры? Ну, она нам попросила под мидии там, может быть, каких-то вот. Вот такие можно вот. Вот возьмите которые. Вот эти. Вот такие берем. Все. Хорошие крупные черри. Почем они? Ну, они, если идут 130, то будет вам другая, 120 гривен сделаем. Хорошо, спасибо. Катюня, сколько надо? Ну, достаточно. Еще две. Слышишь, нам там на стадионе надо потихонечку Валю просить, чтобы садила и огурцы, и помидоры. 122, по 86 гривен. По 10, 86. Чтобы садила на огурцы и помидоры? Да, так дешевле. Мы так в Киле всегда раньше делали. Так, что еще? Бам-бам-бам-бам-бам. Зелень, укроп, петрушка. Укроп, да, надо много или так, по чуть-чуть? Ну, так, по-богатому. Много это сколько? Чтоб пучка три вот такие бы. О, нормально, о, да. И петрушки и такую же петрушку. Что? Цена и вес. Петрушка будет 150 за килограмм, это 300 за килограмм. Так или 350?
Это будет 150. Я тебе говорю, а вы говорите, почему у нас цены такие дорогие. Вообще недорогие, надо пересмотреть, кстати. Заворачивай. Дешевле, чем на привозе на воду. Сколько по весу петрушка? Петрушка 315 на 47. Укроп 240. 7. Так, по 300. По 72. Так, с такими ребятами можно жить, слышишь? И цены ниже оптовых, елки-палки, да. И еще и скидон делают. Огурцы почем? 100, 120 и 130 есть. Так, я кладу трубочку. Давай, не трубочку, трубочку. А бабки гони ты, трубочка. Что, Катюня? Смотри, какой тут только нету, этаж, какого елки-палки. Только нету сорта. Название? Да. Ага. Всевозможные. И вся наша. Шикарная картошка. И Невская, и лимонка, и мама дорогая, и цыганка есть даже. Так, ну давай бегом, некогда нам долго бегать. Я не знаю, что ты еще хочешь показать? Помидоры еще хотела взять. А мы не взяли? Ну это мы взяли на мидии, если нужно будет. Ну идем быстренько. Ну, а такие смотри, салатные, слушай, салатные надо еще. Базар просыпается уже, понимаешь? Уже все больше и больше и больше, скоро здесь пустого места не останется. Идем сейчас. Глянем на скаку, зайдем к ребятам на сало, поздороваемся к девочкам. О, колбаски, возьмем. Может, возьмем домой. А как же карасик? Ну, так карасик на работе, а колбаску дома. Эх ты, ну ладно, поглядим. Яблок у тебя достаточно 20. Дома, Сереженька, ты еще те не скушал. Да, затарились. Да. Так ты хорошо, покажи этот ассортимент, да хорош меня показывать, покажи. О, мира любви, это правильно, здрасте. Да, здравствуйте. Да это у вас ослепнуть можно, елки-палки. Даже без денег. Да ты что? Где вы их выращиваете, такую красоту? Игрушки. Дома. Спасибо. Сейчас. Карасей дойдем, собираемся. Так, он 130-120. Видишь, как ребята говорили, все нормально. Цены у нас лучше. Да, точно. Так, что надо? Что-то надо. Даже, а наверное... вот уже как на Микадо уже немножко похоже, 160, ты понимаешь? Красивая. Умань. Катюня, вот это размер. Ну, я хотел показать, как технологии работают. Это в эру этих всех записных электронных книжек, голосовых. Оператор вот так вот. Надо заскочить их в банк. Или банку взять. Что тебе надо? Ну, что тогда надо? Или дать банку надо. Тебе. Что ты там себе... Вот можем вот таких взять, наверное. Ну вот возьми, давай, не стесняйся. Сколько тебе надо? Ну, килограммчика полтора. А дайте нам, пожалуйста, вот... этих вот красивых недорогих. А? Да вот этой. Да я этот ассортимент шикарный. Посмотри, елки-палки уже. Микадо желтая, микадо розовая. Помидоры красные. Ослепительная красота. Он оператор заставил работать. Все? Прям заставил. Хватит? Вес какой? Сейчас я все скажу. 196. А вес кило 785, да? Или? А не, вага у того кило 100 или сколько? Кило 785. Ага, все правильно. Что вам нужно? Так, лаваши. Там возьмем. Угу. У наших шикарных грузинских женщин. Идем, ой, пацаны работают с колбаской. Идем хоть облизнемся и понюхаем. А ты что, улетать собрался или что? Сейчас приеду. А, фрррр. Докторскую, все. Порядок, да я только поздоровкаться. Давай. Что, закрываются? Все, через без час. Колбаски? Свежая. Ну а что ты? Иди покажи, пока не закрылись. А, ну отлично. Ой. Все, что? А я хотела колбаски. Подножки тебе ставят? Ах, только Катюня. Смотри. Да я тебя умоляю, потерпи, ты завтра плов покушаешь, а потом и колбаску свежую подвезут. Хорошо. Все, кровяночка есть, вот, сыр есть, бастурма есть. Они, видишь, тоже сегодня только запускаются. Ну, да. Так что, можно будет за колбаской приходить? Все, а то вас не было, да, были выходные? Мы только начали. Только начали. Мы тоже завтра. По чуть-чуть, а завтрашний. А я хожу по базару, смотрю, что не пахнет вами, короче, понимаешь? Не-не-не. Да. Все, постепенно будем наращивать. Все, и сардельки будут, все, короче, как было раньше. Я буду через час. А может, я заеду после банка? Докторская будет через час. За докторской. А может, и заедешь. Ладно? Давай. Ладно. Хорошо. Сардельки спасибо. Люблю. Спасибо. Давай, до скорых.
Идем. Огурчики. Слышишь, сразу видно, что весной запахло. У тебя сегодня все кадры про огурцы у нее. Это более... Она все огурцы поснимала на базаре. Огурцы и перец. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Вон уже голубика ну есть, но ты можно где это... Где вы рисуете, елки-палки? Ну вы всегда первые. Пипец. Почем потрогать? 300 гривен. Да ты, а потрогать? Дай хоть я аккуратно, маленькая моя. Давай, все будет нормально, скоро увидимся, может быть. Эх ты. 300 гривен? Я мое. Ну а что, такое только в Одессе. А манго в какую цену? 230. Да ты что, дешевле манго есть в Одессе, понимаешь, чем клубнику? А лимон тебе надо? О, лимонов, кстати, надо. А да. Дайте нам вот этих вот хороших. Пару килограмм. Зачем пару? Ты что, сейчас знаешь, как лимонадом начнут люди пить? Да. Так мы мяту не брали. Кого? Да возьми килограммчик. Ладно, килограмм. Это сколько? 5? Это так, плюс-минус. Хорошие цены, кстати. А тут всегда хорошие цены. Да? Вот в таких вот местах, на рынках, на базарах. Да. Да, там, где продают только крупы-крупы, там всегда интересная сахар цена. Сахар 26, да. Манка 26. Мы когда на Добрые дела, помнишь, брали? Только да. чуть-чуть дальше, там, в другом ряду. Тоже адекватные цены. Молодцы. Поехали. Ну, мы затарились так. Сейчас я в ресторане покажу, что у нас там происходит. Ребята, мы готовимся ко вторнику. Вторник, напоминаю, с 3 часов дня стол добра. Просто я за другое хотел сказать. Вот за что? На завтра позвали людей, а у нас пол ресторана занята вообще базой. Ничего, люди с пониманием отнесутся. На мешках? Друзья, если вы к нам собрались в гости, такие не переживайте, можете красиво не одеваться. Вот так вот, как я, босота, да. Пришел, будешь на мешке с перловкой сидеть, понимаешь? Идем. Поехали в ресторан. Чего, адрес? Ну, я сегодня отправила даже. Приезжала Леночка, да? Да, да, и вчера уехали. Вчера сколько? Вчера очень много уехало, и много людей приходило, и ребята с Харькова были. Большая семья, говорит, сколько тебя смотрим, хотели на карася. А сейчас так получилось, здрасте. А сейчас так получилось, что из Харькова пришлось уехать. И сняли квартиру прямо, блин, с видом на наш ресторан. И говорит, просто, ну, удивительно интересное совпадение. Как-то так, идем. Что, Сережка? Это тебе, все конечно... нормально. Мы лаваш не показали, но я заехал, взял грузинский, хороший. Кстати, он уже по 35. Угу. Пойдем. По 35 лаваш? Тоненький, да. Чего себе. Она говорит, что давно уже так-то... Мы же не работали, я и цента, в принципе, на лаваши не помню. Зато знаешь, на крупы. На крупы и на макароны по 32 гривны. Все знаю. Ну, поехали. Как это? Милости просим. В наш ресторан там не пугайтесь, но у нас сейчас будет такое, там подготовка идет, замывание, короче. По полной программе. А, и котят Муркиных идем посмотрим. Кстати, я даже сегодня не заглядывал. Такой клёш этот белый. 4 или еще прибавилось? Елисей уже сегодня говорит. О, собаки у нас там пьют, смотри. Ага. Причем домашние. Ну, что бы не попить из чистого ведерка. Бородата. И пописить заодно. Мурка, если увидит, что ты метишь территорию, то... Вот же ж, бесстыжий, пошел, как ни в чем не бывало. Бедный будет писюн. Алексей сегодня просил, можно одного котеночка домой забрать? Смотри, что Валентина делает. Ух ты! Благоустраивает территорию. Такая молодец. А вот цветочки уже запускаются, смотри, красивенькие. Угу. Пробиваются. Тут у нас люди, когда приходят к нам на стол добра, есть такие, что просто ломятся через эту проволоку. Ребята, если вы их знаете, скажите, что ведите себя культурно. Я вас умоляю. Все, гречки и риса, там сахара хватит всем. Так что. Ну вон заборчик, цветы... заборчик надо восстанавливать. А, что у нас такое было, смотри, что он забор повыламливали. Так и вот. Ой, ребята. Ну ничего. Хозяйка. Не прячься. Что там, все нормально? Порядок навели? А, котюня, идем бегом, у меня руки. Как будто я тебя держу. Ёшкин кот. Короче, смотри, вот это VIP-места, если что. Смотри на эти рученьки. Боже мой, мама дорогая. Ой, покрутила, что я буду делать? Будешь целовать мне. Так, на сегодня есть заказы у тебя? Мы уже отдали. Уже отдали, уже уехали, да? Да. Тихо, иди, мамашу не буди, слышишь?
Да, 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 я сделаю красиво сразу, где тут вспышка. Опача. Мурочка, сколько у тебя их? Раз, два, три, четыре, короче, да? Смотри, 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 смотри. Один давай. Очень маленький. Да ничего, у нас соседство подрастет. Смотри, обняла их лапами, лежит. Ну, мамаша. Вот этот белый самый красивый. Буренка этот? Да. А у него голова, видишь, такая зеленая, полосатая, а тело от другого папы. Как он возмущается. Скажи, уберите свет от меня. Да они слепые, еще ничего не видят. Короче, Сережка, ты уже в процессе, а я тебя аккуратненько сниму, да? Вот такие, так ты шо, сочные, ешкин ты кот. Шея свежая, чтобы ты понимал. Картинным маслом. Готовимся, ребята, ох, как задымим завтра на районе. Маринад, чтобы вы понимали, у нас лучший. Секрет не расскажу, хотя у нас там на видео есть, правильно? Ну, тем, кому интересно, ищите шашлыки, и будет вам сказка. Серега подарил такую доску для шинковки, блин, а Лера говорит, я старовер, короче, и рубаю ножом, да? Так, ты не отвлекайся, я буду молча снимать, а ты тихо работай. Что это будет у нас, борщ? Конечно, самый лучший украинский борщ. Ай, мама дорогая, елки ты палки, смотри сюда. Буряк тушится, тут уже пассировочка готова. Ура! Я понял, у кого я научился лук рубить вот так вот красиво. Часы поломались, а лисичек не надо. Ты не можешь, как поломаться. Солька. Есть? Они у мамы. И только сейчас зеркало себя увидит, даже я как встала, так и пошла. Катюня, тихо смеси, я рецепт снимаю. Так, перчик. Хотя тихо смеси, это не про нее. А это что? Это базилик. Базилик, конечно, я знал, что это он. Красота. Так, что там? Сушеный чесночок. Ребята, для аромата. Я сейчас понимаю, как оно уже пахнет через экран. Да ты что? Немножечко паприки. Чуть-чуть, буквально совсем капельку. Все, шедевр? Шедевр. Давай. Мешай его и пусть настаивается. Все самое великолепное, элементарно простое. Слышь, может, как это, потренируемся через полчаса, уже пожарим один такой, чисто для себя проверить, потому что это необходимо надо. Обязательно. Такие дегустации. Проба обязательно. Ох, шикарный вид. Катюшка, давай площадку выставлять, да? Бам-бам-бам-бам, я уже забыл распорядок, короче. Ну ничего, вспомним, все будет нормально. Ух ты, слышишь, аж зачесалась. Короче, что хотел сказать. Птички поют, Мурка родила, мясо купили, маринуется, короче, все по процедуре. Давайте, завтра всех ждем. С Маратом я созвонился. Плов тысячелетней давности, или не-не, плов будет свежий. Это же обычный завтра. Рецепт. Катюня, не бывает обыкновенного плова? Немножко зависло. Я к тому, что там это блюдо, блин, длиною в эпохе. А? Я имела в виду не зеленый плов. Это один из вариаций. Хорошо, Сережа. Как появился рис, когда там в древнем Китае или в древнем Азербайджане, короче. Где-то он там появился, вот с тех пор, короче, плов и... Как это? И заимел паспорт. Так что ли? А? Наверное. Ты по делам, ты не забыла, что тебе надо в банку эту заехать? Вот я хочу уже поехать в банку. Давай. А я пока тут буду наводить порядки. Что-то куда-то кувыркать. Короче, друзья, давайте всем добра, мира, ново небо над головой, мирного неба над головой поскорее, чтобы это все уже закончилось, война проклятая. И ждем всех на карася. Ну а завтра потихонечку малый бизнес. Мы с малым, в принципе, не против, так что будем по чуть-чуть запускаться. Эх ты, давайте, всех люблю от души.
обнимаю и крепко уважаю хороших людей. И жду в гости. Чао.